Сейчас мы видим те перспективы, которые связаны с промышленной кооперацией, вы их на самом деле обозначили. Вы сказали про строительство жилья, по реновацию жилья, по обновлению жилищно-коммунального хозяйства, лифтовое оборудование, конечно же, мы заинтересованы. Уже сейчас у нас есть потребность примерно 1700 лифтов по замене старого оборудования. Мы увеличиваем темпы жилищного строительства уже третий год подряд и будем выходить на темпы порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья в Пермском крае, а это дополнительные объемы по лифтам, и мы будем предлагать, и завтра будем еще общаться по этому поводу, понимая, что много регионов приезжают на производство Республики Беларусь, чтобы можно было бы какие-то комплектующие, которые будут производиться здесь, локализовывать в Пермском крае и закрывать уральские, сибирские регионы. Это и дополнительные возможности для бизнеса Белоруссии и даст возможность действительно обеспечить новый рынок сбыта. Мы вообще считаем, что сегодняшние экономические реалии – это окно возможностей. У нас мозги немножко по-другому стали работать, и мы видим, мы стали друг на друга чаще обращать внимание, что в общем-то правильно и хорошо.